Всем, ребята, привет! С вами Такс, Варпач и Леон, и сегодня адское-адское дерби в GTA Online. Хоу-хей! Всем привет! Это, знаешь, это раковина с утилизацией отходов. Раковина. У нас обозначается чувак, который не умеет играть. Раковина. Ты посмотри, вот это. Я уже вижу жертву. Так. Надо заталкивать. Давай. Надо подзаталкивать. Там, ребята, сейчас будет просто мясо. Вот одного унесло. Я проехал, отлично. Так. Гранд Леон. Ой, он на спортивной команде. Смотрите. Команда противных. Противные розовые, нормально. Да, да. Ну, Варпач у нас тоже вон. Давай, оба кого-то. Я в дырочку, просто бенч. Я полетел, пацаны. Я вот лечу. Так, я тут поставил парочку. Это самая жесткая угарная дерби. Так, ладно, я сам туда вниз спущусь. Леха, ты живой? Не, я выпрыгнул в воздухе и упал. Ты уже улетел, да? Оу, щит. Блин, фига машину молотит, просто жесть. Там вот внизу вообще просто жесть. Я тут один, походу, остался. What the fuck? Так, я выжил на своем драндулете. Капец, ее смяло. Там запаска просто не запаска. Запаска больше не запаска. А, блин, ай, горю. Выпрыгнул. Господи, это вот просто оргазмируешь там, походу. Да, просто что с моей машиной там творилось? Офигеть. Я за пределы улетел этой карты, и меня сейчас просто жбан так... А, так это тиммейты его. О, все. Видел, как он упал? Да-да-да, чисто шею себе сломал. Да-да-да. Каждый день так делаю. Итак, сегодня, точнее сейчас, во втором раунде, я играю за команду розовых. А мы таких чуть-чуть. Чуть-чуть, не совсем, есть, да? Есть который розовый, не один. Сер-бурмалиновый просто, да. Вот, ребят. Жесть. Ребят, вы там собираетесь со своей стороны спрыгивать? Да нет, нафиг надо. Вон Варпача сейчас. Отсюда можно ездить? Нельзя. Невидимая текстура. Так, ты подожди. Я заехал, смотри. Там да, так. Че, Варпач? Так, я вижу, чувак сзади меня подбирает. Пойдем толкать. Сейчас давайте. Давай, вон такса спихнем, такса надо спихнуть. Давай. О, что? Здрасте. Главное, держи меня там, Лёва. Я просто сменю машину, я скажу. Нет, сейчас кто-то умрет. О, нет. О, господи. Прыгай на розовую прыгай. Денежки валяются, подобрать денежки. Что это валяется? Канистры? Да как же он такой уязвимый-то? Неуязвимый, точнее. Боже мой. Нет. Давай, Варпач, давай. Помоги. Леха назад. Леха, я за тобой прям полетел. Меня просто сбил. Давай, Варпач. А нет, сейчас цепанет тесто. Перевернуться дайте. Нам надо их отлично. Выдержался. Отлично, прям как... Вино большой выдержки, но... Варпач! Хорошая мы... Момент! Да, клей момент, давай! Он переворачивается. Ай-яй-яй! Тебя сейчас затянет! Нет, живи! О, все! Просто контрольный! Еще двое! Одного осталось! Нет, не дам проехать! Козёл! Боже, что с тобой стало? У меня машина не заводится. Стоп. Так, отлично. Держусь. Для полного счастья. Ой, кто-то полетел, просто взлетел. Не верят в чудеса, но машина летит в дыру навсегда. А, так это не наш. Надо было вот. Я его пощадил. Ума палату, молодец, что сделал Варпач. Просто начал поджигать Али бензин на горящую машину. Она сразу в канистру в руках взорвалась. Да. Ума палату, действительно, вот самое. Идет чувак в пижаме и льет бензин. Это... Вот там чувак просто это, выбежал. Это магия вне Хогвартса. А, у нас еще единственный какой-то чувак, магия, который ждал. Насколько знаю. Да. Ну давай, сталкивай последнего из магикан. Красный лицей. Своего переехал, тоже неплохо. И пусики отдал за рулем. Это там факи показывает, бегает. Как его там всяко бросает-то. Сейчас они его выкинут из машины, мне кажется. Гоняются, сучки. И они будут там гоняться еще 5 минут. Просто! Нифига, все! Кобзон Иосиф. А, они решили на кулаках, просто на ножах. Давай, головой бей, видишь, сколько иголок. Фига, смотри, он его просто замесил. Просто вообще изи. Офигеть. Вон еще один бегает с канистрой. Давай. Он же по башке канистры ударит. Сейчас смотри, его зацепит. Нет, не зацепит. А нахер он залез?
Давай. Да ладно? Вот тут просто эпичная битва остается один на один, один на один. Кто кого? Мне кажется, наша... А, наша сторона сильнее. Болеем за пирамидоголового, я не знаю, как его еще назвать. Не-не-не, я за своего болею. Давай. Беги, беги, живи, живи. Что делать? Регенься, регенься, беги. Засал. Вот это было близко. Чувак рискует всем. На кону все, что можно поставить. Капец. Офигеть. Капец, он же регенится, стоит. Ай! Жесть. Знаешь, как такое? Же он это делает? Как же он это делает? Ребят, объясните. О, дай ему по щам, дай. Лах. Лах-мах. Лерой Дженкинс. Ой, варпач, ой, осторожно, блин. Как, ребята, я вышел? Я не знаю, это просто чудесно. Я буду всех троллить, смотри, я стою такой, типа, давай, иди сюда. Ты только посмотри на это вот. Ты смотри, они как ведутся. Лёва, давай, я их там все сталкиваю. Я уже давно улетел, я был первым. Нет. Ой, они пешком ко мне решили пойти. Живой. Сиськи хотят тебя, сиськи. Ко мне сиськи пришли. Просто вылетел. Сиськи пришли, и печенька, сиськи. Да, пошёл отсюда. Он просто вниз упал. Нет, хочу жить, хочу жить, хочу жить и выживать. Злая печенька пытается тебя убить. Но он не дает этого делать, ёпти в хаку. Твою мать. Отлично! Отлично! Нет, только не меня! Только не я! Только не я! Он так сопытайся выгнать из машины! Вот беги до него! Так, у вас там битва на кулаках! Давай, давай! Варпач! Давай, варпач! Варпач! Уворачивайся! Задавил! Все-таки задавил! О, это была эпичная битва вообще! Ребята, лучше не кататься по краю! Прощай, варпач! Пиши письма, блин. Да. Давай. Сука. Как они приезжают, мне вот интересно. Погоди, сейчас не едь. Зачем ты к мясорубке-то приближаешься? Я заехал. Дави сиську. Сиську дави. Я должен сбить. Дави его. Он уже буксует. Дави. Смотри, два в одном едут. Там просто даблкил будет. У меня боком валит как-то. Я не знаю. У нее что-то проблемы с передом, мне кажется. Даблкил оформляю. Куда вы меня, идиоты, свой же? Варпачник, колеса, выпрыгивай нахрен из этого дерьма, но у тебя уже помято, я не могу. Просто бест, еще у меня 50 есть возможность отыграться с живой пушинки. Молодца! О, смотри, летит, а это наш летит, блин. Он Лерой Дженкинс сейчас, смотри, улетит. Лерой Дженкинс! Опа! Ой, с двух сторон. Саппортит тебе твой. Домой. Ты, главное, не перепутай, один твой, один другой. Смотри, сейчас улетит, смотри, прям по таймингу, вот сейчас улетит. Вот сейчас улетишь! Ааа, нифига! Выжил же! Ты такой! Живин! Давай! Еджевика! Идиотус компатус! Свой я чуть не проехал! Не подходи туда! Ты остался один! Дави! Нет, все, прошу, его вы. Все. Он слился. Слился. Он упал. Да. Он еще ударился в воздухе об свою же машину. Все, жопа. Победили. Жесть. Это был микроскилл, просто я тебе говорю. Да. Ну что, мы продолжаем смываться в унитаз. Замечательно, ребят. Всю жизнь мечтал смываться в унитаз. Прожил 18 лет, моя мечта осуществилась. А что? А чего достигли вы? А мы, Лёх, знаешь, мы тоже смываемся в унитаз, видел так же, меня? Как и ты. Да. Варпач, видел, как у меня какашка на голове, блин? Да. Мне интересно, я люблю бензин, а что этот бензин, ну как его поджечь-то? Блять, вы что, зачем? Его, кстати, я не знаю, как поджигают. Я сейчас приеду. Лёха, меня убили. Уже? Замечательно. Я охрененный раунд провел. Меня задавили свои же. Отлично. Это бывает. Просто жизненное. А чё? Я даже в унитаз не смылся. Моя мечта не осуществилась. О чем я говорил? Вообще о чем? Ой, смотри, полетел. Это что летит, Лёва? Это баночка какая-то. Где это? Это... Блин, ну ты куда? Набрал команду и упал. Нормально. Просто три человека сразу в унитаз спустил. Ладно, поехали кататься. Чё, машина, давай. Победитель, Паш. Ай, да. Поехали кататься, что там? Классно слились. Ой, даже не в унитазе, просто слились. Мы что, сбоку упали? Мы сбоку улетели. Поехали в магазин за мороженкой. Поехали.
чисто вот профессионал, я тебе говорю, вот каждый день так делаем. Смотри, какая здоровая фигня. Знаешь, как инопланетян, блядь. Инопланетянский корабль вот этот. Давай, система кукиш, блядь. Да! Что происходит? Просто прикинь, задалбливает его. У него есть шанс! У него есть шанс! Прикинь! Живи, хэштег! Прикинь, да ладно! Сейчас и этот тоже взлетел. Это просто... Вы чё, бля, угораете? На санях просто. Он наверх, что ли? Нет, он внизу остался, но он тоже взлетел. Воу! Я попробую как-то... Варпач опять к себе набрал там. Слушай, тут Дед Мороз, он, короче, вообще какой-то... Всё, отлично, бочки рас... А ну вниз полетел! Нафиг! Чувак внутри остался! Блядь, только не это, только не это! Только не это, только не это, перевернись! Так, нет, пожалуйста, нет! Он такой, знаешь, сидел в машине. Блять, ну за что? Ну за что? Я видел, что? Я видел, как таксу унесло, смыло просто. Отлично. Встань, встань ровно только. Ради человеческого. Ради человеческого блага. Вставай сюда. Так, все синие внизу. Тут все наши, слушай. Все наши, да, красные, где красные? Что за херня? Ребят, я не вышел за пределы. Серьезно? Да? Ой! Что? Ты это видел? Я такой, ну, просто! Это не я, ну, я должен был стоять там до последнего, разглядывать симулятор камня, устроить, не знаю что. Я решил полезть, но там невидимая текстура, я упал вниз! Жесть. Офигеть! Этот... Чувак просто в машине сгорел. Ой, хана, пацану. Ой, хана, пацану. Варпач, ты видел, кстати, как меня подкинуло просто? Не-не-не, а ты уже улетел, что ли? Я не улетел, но я обратно на колеса встал, это было весело. Ой, смотри на мою машину. Ой, ну нахрена тут, короче. Я весь горю вообще. Без огня. Жесть, вот эту машину все засосать не можешь. Выпрыгнул в последний момент, офигеть. Ты, давай, давай, я тебя подберу, я вот этого уберу от тебя, во. Давай. Так, извини, я пытался. Свой тебя убил в итоге. Хорошо всех убрал, я свой же задавил. Нормально вообще. Просто мясо там. Ой, чувака, чувака надо додавливать. Ой, что там, подожди, я хочу с тобой посмотреть. Ой! Полетел, полетел. Так, все, нормально, живой будешь. Я в порядке, да, все хорошо. Вот как вы выжили, а как меня туда подсунули, а? Ну вот, не знаю, как-то я видел, как тебя унесло, это просто... Унесло. Жесть. У него уносит меня три белых коня, текущие варики в раль, блядь. Сдернув ручку унитаза, не знаю, мне кажется, легче выйти им просто в щи надавать. А нет, ой, да, ой. Лёва, посмотри на свой запас. все, понятно. Я посмотрел вот это, да. Там запаска у тебя была такая прям, знаешь, знатненькая. Там далеко-далеко знатная запаска. Она прям кричала, убейте меня. Вау! До свидос. Нет, еще есть. А, все, нет шанса. Заколосматил. Чувак, за ним нырнул, блять. Да. Смотри на его запаску сейчас. Выпрыгивай, пацан, выпрыгивай. Ой, запаска там у него вообще. Это что за запаска? Господи! Это что с запаской? Проживали и выплюнули. А потом снова проживали, подобрали с грязного пола и снова проживали. Впервые такую текстуру вижу. Ты видишь, да? Смотри, у него правое колесо поднято. Блин. Офигеть. Всегда обожал GTA вот за такие вот приколы. Опачки. Опа, варпач, варпач, иди сюда! Иди сюда! Я просто... Ты видел, как он иди сюда, и вниз просто, как сливная труба. Ой, у меня аж машина загорелась, офигеть, она не выдержалась туда. Я не знаю, как так, я живой тут стою. О, меня дверцы машины ударили. Там кто-то уже внизу. Не хочу помирать. Помогите! Ой, вижу Гранд Леон, привет! Помогите, привет! Нет! Я на вас посмотрю, я на вас бензинчику полю, ребята. Так, это наш. О, вот ой, как тебя смачно-то жмакнули. О. Ну что ж, ребята, последний на сегодня раунд. Посмотрим, как он закончится. Я думаю, хорошо закончится. Фатально-летально. Хорошо. Попрыгали. Фатально-летально, анально и ректально. Как-нибудь он точно закончится, но пока нам надо сесть не в машинку и поехать. Не надо на меня бензин, чувак, отстань. Отстань. Причем он налил на меня бензин, я сразу же был рядом со взрывом. С источником, так скажем, огня.
Варпач, прощай, ты был хорошим соперником. Дай бог тебе здоровья, счастья. Да ты почему не едешь? Нет, только не этот, только не этот, держись. Не в тот момент. Как в прошлом раунде? Да. У меня машина загорелась, мне подожгли ее бензином. Ничего, ты что такой мощный? Слушай, эй. Мне просто... Ну как где ты там? Опа, второй пошел. Все, до свидания. Лаха, драт у тебя, выпрыгивай. Вылезь, бля, вылезь. Выпрыгивай. Ребят, спасибо за просмотр, пока лечу. Поставите 1000 лайков, подпишитесь на наш канал. До свидания, с вами был Такс, Варпач и Леон. Я успел все сказать, до свидания. Всем пока, у тебя прям... Пока, пока. Я-то живой еще, слушайте, я живой. Я сделаю сейчас Лероя Дженкинса просто вот. Пойду, ой, нет, ты сюда. Еще. Надо же как-то эпично закончить. Да. Давай. Давай, сейчас, погоди. Какой-нибудь крутой этот. Закончил, блин, под колесами.